Всем привет! Сегодня я, Алена Долецкая, познакомлю вас с российским брендом «Чируэль». И на его примере покажу, что такое элегантная, качественная, продуманная до мелочей одежда. Сегодня мы говорим о гардеробе, который довольно легко сложить. И что мне в нем нравится, это, во-первых, использование абсолютно безупречных, качественных тканей. Это и лен, и хлопок сжатый, и трикотажный хлопок, и тонкая костюмная шерсть. С одной стороны. С другой стороны, то, что греет мою душу, это, конечно, качество этих вещей, которые вы видите не только снаружи, но и снутри. Говоря о костюме тройки, который прекрасен с любой точки зрения, это вещь, которая в вашем гардеробе будет находиться долго-долго. Уйдет мода на троечку, вы будете носить пиджак с брюками. Вам в какой-то момент разонравится модный нынче разрез на нижней части брюк, вы его просто застрочите. Но качество вещи, ее цвет, который вам совершенно очевидно пойдет, гарантирует то, что эта вещь проживет у вас довольно долго. Здесь, что очень важно заметить, почувствовать и на ощупь, и на глаз, это, конечно, вот действительно проникновенная любовь к деталям у этого бренда. Это и выбор пуговиц, такой очень тонкий. Все швы изнутри, как вы видите, отделаны идеально. Он всегда будет сохранять свое такое легкое, но при этом очень элегантное состояние. Это важно, поверьте мне. Я мял этот костюм руками, честно. Он сохраняет свой замечательный вид. Хочу обратить внимание в этот раз вот на такую неожиданную вещь. Ну, белое летнее платье. Ну, что может быть привлекательней и приятней для женщины? Ничего. При этом это тончайший хлопок, сжатый. Он все время создает такую легкость. Базовые, так называемые, топы, когда вы почувствуете ее руками, наденете под костюм и увидите, что она идеально сидит, она хороша к абсолютно любому из раз, два, три костюма. Идеально потому, что здесь в этой части выдержана коллекция по цветам. Она довольно мягкая и позволяет сочетать легко одно с другим. Также, если там какой-то прохладный вечер, вы можете льняной пиджак накинуть на это платье, будете выглядеть просто замечательно. У нас с вами замечательный спортивный костюм. Это один из самых идущих цветов. Такой лимонное сорбе. Но в нем мне очень нравится довольно высокий воротник, который либо вы расстегнете, вот такие 70-е годы, с очень красивым манжетом, который замечательно играет с воротом, либо вы расстегнете до верха, можете надеть тоненькую водолазку и будете такой подкованной спортивной девушкой. И к нему, конечно же, есть штаны. Хотя, опять же, мне очень нравится, когда такого рода спортивную курточку можно надеть и с джинсами, и с леггинсами, и с чем угодно. Сердце, если можно так выразиться, Чируэль заключается в том, что дизайнеры предлагают коллекцию одежды абсолютно классическую, просто до такой степени качественно сделанную, что она начинает жить намного дольше. Покупаете одежду, которая всегда будет несменяемой базой в вашем гардеробе, вы никогда не выйдете из моды, просто потому что и классика, и качество выиграют всегда.